Вставай, мой хороший, Лешенька, солнышко мое. Давай, зайчик. Да перестань ты с ним сюсюкать. Он должен вырасти настоящим мужиком, а не вот это вот все. Зайчик, Лешенька, вы своим бабским воспитанием пацана мне испортите. Ну чего ты, мой хороший? Ну зачем ты так? Ты же знаешь, какие они чувствительные в таком возрасте. Забыл, какой сам был. Ну что ты? Смотри, как... Я давно уже вырос, и мне это неинтересно. Что, проснулась? Да. Она просит разрешения увидеться с сыном. Что? Я могу спокойно позавтракать. Вот что ты смотришь на меня так? Внука не можешь накормить? Открой ротик, Лешенька. Ладно. Отнеси Лешу к ней. Но будь все время рядом, ясно? Понял. Света. Ей завтрак тоже отнесите. Хорошо. Что опять не так? Ничего. Приятного аппетита. Здравствуйте, Варвара Владимировна. Я подруга Алены, Тамара. Алена меня попросила узнать, как ее мама. Она очень волнуется, но не смогла сегодня приехать. Передайте Алене, что операция прошла успешно, состояние стабильное, но впереди непростое восстановление. Хорошо, спасибо вам. А почему Алена не пришла? Клава ждала ее перед операцией, нервничала. Она... У нее сейчас небольшие проблемы, но она обязательно придет. Ну кто там, папа? Иди. Иди, мама. Все, Все, мама рядом. Все. Давай. Открывай ротик. И что, ты даже не хочешь ничего обсудить? Ты же у нас так любишь все всегда обсуждать. Ты все это время мне врала. Обсуждать нам нечего. Знаешь что? Ай, вали. Достал. Снежаночка, не волнуйся, у нас обязательно будут дети. А с чего ты вообще взял, что я хочу детей? Ты же на второй день после свадьбы завел эту свою шарманку. Дети то, дети сё. Ты меня спросил? Можно было просто сказать. Кому сказать? Тебе? Ты же у нас такой правильный, идеальный муж, отец, верный, добрый. А я, может, от жизни вообще другого хочу. Понимаешь? Теперь понимаю. Квартира остается тебе, то ли в компании я выкуплю. Так будет честно. Честно. Тебя сейчас только это волнует. Стас! Тома! А я смотрю и думаю, ты или не ты? Я здесь друга проведывал, он в этом отделении лежит. А у тебя кто тут? Тетя у меня болеет. Совпадение, говоришь? Ну ладно. Может, пойдем вместе твоего друга проведаем? Познакомишь нас заодно. Так к нему не пускают. Ну, в смысле, меня пустили, а больше никого. Слушай, хватит врать, а? Я тебя еще в реанимации заметила. Следишь, да? Да нет же, Том. Это по его поручению, ведь так? Пробежки эти, влюбленность. Красиво развел, молодец. Том, ты что, почему поручению? Кого развел? Так, все. Том, ну чего ты так завелась? Я правда не понимаю, о каком поручении идет речь. Ты мне очень нравишься, вот и все. Тамар, ну послушай. Так, все, хватит. Да. А где вы были все это время? Перемещались с места на место. Почему вернулись? Из-за мамы.
Ей плохо стало. Зинаида Васильевна, помогите мне, пожалуйста. Мама сейчас в больнице, я даже не знаю, как она. Ей сегодня утром сделали операцию. Антон забрал у меня телефон. Пожалуйста, дайте мне свой, я позвоню в больницу. Прости, я не могу дать тебе телефон. Но я могу сама позвонить в больницу, обо всем узнать, хорошо? Конечно. Видимо, у меня нет другого выхода. Почему вы позволяете ему со мной это делать? Это ваши отношения. Я не хочу вмешиваться. Вмешиваться? Вы видите, что он делает со мной? И что он может сделать с Лешей? Ну, хватит, Алена. Вы взрослые люди, вы сами должны все решать. И потом ты украла ребенка, моего внука. А что бы вы сделали на моем месте? Как приятно видеть всех вместе. Лёшка, ку-ку, ку-ку. Ку-ку. Ой, какая же ты у меня красавица. К сожалению, мне нужно съездить по делам, но я постараюсь не задерживаться. Я приеду на ужин. В 6. Давайте вечер проведем вместе. Как нормальная, счастливая семья. Анна, мне нужно увидеть маму. А? Она одна в больнице, я даже не знаю, как прошла операция. С мамой все в порядке. Операция прошла успешно. Она отдыхает. Правда? А разве я когда-нибудь тебе врал? Твоя подруга к ней приходила, проведывала. Мой человек постоянно на связи с больницей. Когда я смогу ее увидеть? Скоро. Совсем скоро, солнце. Я тебя люблю. Мам, погуляй с Лёшкой. Ты меня слышишь? Да. Иди сюда. Можно я тоже? Конечно, ну, в следующий раз. Давай. Держи. Пойдем, мой хороший. Пойдем, мой мальчик замечательный. Пойдем, погуляй, пойдем. Отдыхай. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Я... Вы, наверное, хотите спросить, как Ира? Я не знаю, она еще не звонила. Я написала ей утром сообщение, но она пока не ответила. Я очень надеюсь, что у них все хорошо. Да, наверняка. Я по другой причине приехал. Мы можем с вами поговорить? Мой сотрудник работает и уже есть кое-какие результаты.
Я понимаю, что все немного затянулось, но мы прилагаем максимум усилий. Нам удалось узнать, что... А то, что моя жена и сын уже дома, вам удалось узнать? Простите, что? Я все решил без вас, сам. Поэтому платить ни за что не буду. Понятно? Шеф, я позже зайду. Мы с твоим шефом уже закончили. Аванс забирать не буду. За вами должок. Шеф, у меня тут небольшая накладка получилась с объектом. Это уже не важно. За кого себя выдает, и все это время нас обманывала. И мать ее, Клавочка. Я вот сейчас думаю, а может, с мужем она тоже всю эту историю выдумала, а на самом деле, я не знаю, чужого ребенка похитила. Мы же просто обязаны в полицию заявить, а не... Ни в какую полицию мы заявлять не будем, Роман. Я жила с ними в одном доме, и я видела, как она относится к сыну, и как он к ней тянется. Она точно его мама. И если Ира или... Как там ее зовут, на самом деле так поступила, значит, у нее не было другого выхода, вам ясно? Ясно. Роман, извините, я даже не знаю, чего я... Я вас впервые такое вижу. Я сама от тебя такого не ожидала. Уже понравилось. Ксения, вы, оказывается, девушка с характером. Еще и с каким? Да. И как в тебя столько сахара влезает, я не понимаю. Пока жена не видит, на неделю вперед наемся. Она, знаешь, как дома с этим строго? Прости, старик, не хотел по-живому. Да перестань. Я теперь уже понимаю, что все это время не замечал или не хотел замечать, что мы со Снежаной давно стали чужими. В смысле чужими? Да нам-то и поговорить особо не о чем, кроме как о работе. Когда вдвоем шли куда-то, все равно говорили о делах. А дома жили как соседи, у каждого своя отдельная жизнь. Ясно. Ну, я, если честно, догадывался. Я имею в виду, что по вам было видно, что вы вроде вместе и не вместе. Вот именно. И что теперь? Буду подавать на развод. Я понимаю, что есть и моя вина, конечно, я на нее давил. Но столько лет... Ходить по врачам, плакать, говорить, какая ты несчастная, что не можешь забеременеть, а на самом деле, как я теперь могу ей доверять? А если нет доверия, значит, нет семьи. Во всяком случае, для меня это так. Да ешь ты уже. А еще в последнее время я постоянно думаю об одном человеке. Но это совсем странная история. И этот человек – женщина? Да. Это уже интересно. Ты счастлив, что сын снова с тобой? Еще бы. Больше никто и никогда у меня его не заберет. У меня тоже есть новости. Хорошие новости.
Я даже думаю, мы можем заказать бутылку шампанского и отпраздновать. А не рановато? У меня сегодня еще встреча. Чисто символически. Я не буду. Ты бери, если хочешь. Принесите еще воды без газа, пожалуйста. Хорошо. Передумала? Что за хорошие новости? Мы с Вадимом расстались. В ближайшее время я подам на развод. Это значит, что я теперь совершенно свободная женщина, и ничего не мешает нам с тобой быть вместе. Спасибо. Давай обсудим это после суда. А что суд? В понедельник финальное заседание, ты получишь полный контроль над компанией. Все, как ты хотел, Антон. Пора подумать о нашем с тобой будущем. А чего ты решила, что у нас есть это общее будущее? Я не просил тебя уходить от мужа. Да, но я же люблю тебя, а не его. И я думала, Антон, ты что? Почему ты молчишь? Ладно. Давай. Раз ты начала этот разговор, давай все проясним. Давай. Моему сыну всего лишь год. Няня, бабушка, это, конечно, хорошо, но ему нужна мать. Поэтому Алена будет жить со мной. Ты говорил, тебе нужен только сын. Послушай, мы же взрослые люди. Алена – мать моего ребенка. Разве я должен тебе такое объяснять? И, мне кажется, я тебе ничего не обещал. Какая же ты сволочь, Баклай. Ну? Я больше не буду тебе помогать. С Измайловым разбирайся сам. Хорошо. Как скажешь. Добрый день. Я могу увидеть Алену? А вы кто? Я ее знакомый. Хотел поинтересоваться, как у нее дела. Я не знаю, о ком вы говорите. Простите, а что здесь произошло? Ее нашел муж? Ты рано. Ну, я же сказал, что приеду пораньше. У Светы наверняка уже все готово к ужину. Как Алена? Сидит взаперти. Ребенка видит два раза в день. Все, как ты хотел. Ты, кажется, не одобряешь. А как я могу это одобрять? Ладно. Я тебя услышал. Отдам ей мальчишку. Она сможет проводить с ним столько времени, сколько захочет. Просто Алена должна понимать, каждый ее поступок влечет за собой последствия. Жена должна усвоить урок. Угу. Да. Я помню, твой отец тоже так всегда говорил. А Клавдии в больницу почему ты ее не отпускаешь? Ты понимаешь, как ей сейчас там одной? Ну, что ты делаешь из меня монстра? Завтра сам лично отвезу ее к матери. Да, и еще. В понедельник суд с Измайловым. Будет решаться судьба компании. Ты должна дать показания против него. Антон, подожди!
Антон! Я вспомнила, где я вас видела. В суде. Ваша жена была адвокатом Баглая. Ни я, ни моя жена уже давно с ним не работаем. Я все равно не понимаю, откуда Антон мог узнать, где Алена. Этого никто не знал. Нет. Этого просто не может быть. Что? И ждете, когда я за вас сделаю вашу работу. Кто из нас таможенный брокер? Вы? Так вот, это ваши проблемы, и вы обязаны их решить. Ты меня сегодня спросила, что бы я сделала на твоем месте? А я была на твоем месте. И выбрала семью. Я сейчас смотрю на своего сына и понимаю, что сделала неправильный выбор. Его отец был точно такой же. Если бы тогда я нашла в себе силы и ушла от него, мой сын не вырос бы таким чудовищем. Значит, вы меня понимаете. Ну, не дура же я, не слепая, все вижу. И что? Вы мне поможете? Я должна спасти своего сына от себя самого. И я не хочу, чтобы мой внук был таким, как он. Милый, ты вернулся. Я как раз, я сама хотела тебе позвонить, я себе места не находила, но я так боялась после всего того, что я тебе наговорила. Ты не представляешь, как я потом себя ругала. Ты рассказала Баглаю, где найти Алену? Я? Мы с ним не виделись с тех пор, как ты отказался с ним сотрудничать. Не надо мне врать. Я не вру. Снежана, я все знаю. Было несложно выяснить. Все это время ты продолжала работать с Баглаем. И более того, вы не только работали вместе, все это время ты мне с ним изменяла. Вадим, прости меня. Он меня преследовал. Писал, звонил, давал мне проходы у нас с тобой. Тогда начались все эти трудности, и он заморочил мне голову. Потом я поняла, что я натворила. Но он меня шантажировал, он угрожал рассказать все тебе. И вот я и подумала, если он узнает о жене, он отстанет от меня. А у нас с тобой будет шанс начать все сначала, ведь для меня нет никого дороже тебя. Никого дороже, чем мы. Прекрати, пожалуйста. Поверь, Баглай, он страшный человек. Он меня все время использовал.
Вот сейчас пытаются вытеснить своего партнера из компании. Но это дело сфабриковано от начала и до конца. Видишь, как здорово все у нас может быть. Только ты, я и наш сын. Мне кажется, мы будем очень счастливы вместе. Я хочу увидеть маму. Хорошо. Маму ты увидишь. Варвара Владимировна сказала, что операция прошла удачно. Меня ненадолго к тебе пустили. Как ты себя чувствуешь? Я в порядке. Варя сказала, что я совсем скоро пойду на поправку. Конечно, еще реабилитация, но я справлюсь. Ты настоящий герой. Почему ты не приходила, Ален? Леша заболел. С ним все хорошо. С кем он сейчас? Ну, мальчик, ты не волнуйся, с Лешей все в порядке. Он не заболел. А не приходила я, потому что... Это сейчас уже не важно. Я тебе потом все расскажу. Ты, главное, отдыхай. Ладно? Алена, что-то случилось? Ну, я же вижу, ты вон бледная какая, круги под глазами. Ну, мальчик, ничего не случилось, я просто переволновалась. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот то, о чем мы договаривались. И помните о своем обещании? Помню. Документы уже у меня. Куда привезти? Так, я хочу, чтобы вы ознакомились с документами и взялись за это дело. А что произошло с адвокатом, который раньше его вел? Она оказалась некомпетентна. Что ж, думаю, на суде у нас не возникнут проблемы. Вы прекрасно подготовились. Да, Маш. Антон, к вам пришел Вадим Красовский, и он требует встречи прямо сейчас. Красовский? Кто это? Вызвать охрану. Не нужно. Мы старые знакомые. Вы можете идти. Встретимся возле суда. Договорились.
Давно не виделись? Давно. Но с моей женой, как выяснилось, вы виделись регулярно. Так вот в чем дело. Обиженный муж пришел выяснять отношения. Нам нечего выяснять. Я пришел из-за вот этого. Что это? Это копии документов, подтверждающие незаконную деятельность вашей фирмы. Оригинал находится в надежном месте. Неважно. Через час должно состояться судебное заседание, где вы собирались решить вопрос с Измайловым, который вам мешает. То самое дело, от ведения которого я отказался, а Снежана взялась. Так вот, первое. Вы отзовете свой иск. Второе. Все свои акции вы передаете в управление вашей матери. Третье. Вы сегодня же отпускаете Алену и ребенка. И больше никогда не препятствуете тому, чтобы она оставалась сыном. Значит, это мамочка моя. Невероятно. Кот от сейфа подобрала и женушка твоя, да? Тоже все слила. А знаешь, как она вчера скулила, что хочет замуж за меня? Как ей тошно терпеть тебя, м? Да мне уже все равно. А если я ничего делать не буду, м? Повторяю, это копии. Оригинал находится у меня. А я юрист. Если ты думаешь, что все вокруг куплены, ошибаешься. Я найду способ, чтобы эти документы попали куда следует. Ты сядешь. Надолго. У тебя ничего не останется, понял? Что случилось? Не твое бабье дело! Пошла вон! Довольно? Я отозвал иск. Измайлов твой может радоваться. Довольно собой? Нет. Конечно, нет. Но я должна была так поступить, Антон. Должна? Должна была лишить меня компании? Компании, семьи, предать собственного сына. Тебе надо было остановить, сынок, иначе все это могло очень плохо закончиться. Ничего. Ничего, я сам разберусь. И не такие вопросы решал, а ты? Ты еще пожалеешь. Поняла? Тебе нужна помощь, сынок. Не трогай меня! Я люблю тебя, Антон. Да, больше всего на свете. Ты мой единственный долгожданный ребенок, и я ради тебя сделаю все. Любая мать сделает все ради собственного ребенка. И все, что я делаю сейчас, я делаю ради тебя. Это я виновата в
том, что когда-то мне не хватило смелости спасти тебя, когда я должна была это сделать. Да, я должна была не побояться и уйти от твоего отца. И все, что сейчас с тобой происходит, это... Ну, ты же не хочешь, чтобы твой сын вырос таким? Я знаю тебя. Ты мой мальчик. И в душе ты все тот же малыш. Свет, который каждый вечер перед сном просил рассказать ему сказку о льве с большим и добрым сердцем. И ты не виноват в том, что ты такой. Я все равно тебя люблю. И я тебе хочу помочь. И тогда ты сможешь стать прекрасным отцом. И сделаешь все самое лучшее для своего сына. Только позволь мне сейчас помочь тебе, сынок. Вы мне поможете? Нужно найти надежного человека, который может все правильно сделать. Есть такой человек. Тамара, вы меня простите. Надо срочно сейчас ехать. Мне кажется, я знаю, откуда Богдан. Извините. Алло. Это не мой телефон, я не могу долго говорить. Алена. Послушай меня внимательно. Завтра должна встретиться с моей свекровью. Она передаст тебе документы. Тебе нужно будет отдать их хорошему юристу. У тебя есть надежный юрист? Кажется, есть. А вторую дашь? Это хорошо. А давай играться. А! Да. Ап! Неси. Дай. Ой, молодец. Ой, будем бороться? Здравствуйте, тетя Клава. Ой, доброе утро, Тамарочка. Привет, Кай. Ты мой сладкий, привет. Как же я соскучилась. Ах ты, бандит. Гляди, да. Что у меня для тебя есть. Гляди, смотри. Какая косточка. Ты видишь? А твой он уже пришел. Ой, ну ладно, прости ты его уже. Но каждый день тут за тобой бегает. Ну ничего страшного, пусть бегает, ему полезно.
Светлана, я тоже побегу. Очень была рада хорошо, вас видеть. Хорошо, да, счастливо. И тебя тоже, ух ты. До встречи, Тамара. До встречи. Ну, видал, видал, смотри, какая косточка. Ну, ты долго будешь меня преследовать? А что мне еще остается делать? Ты меня везде заблокировал, говорить отказываешься, значит, будем вместе бегать. А если я перестану бегать? Тогда я что-то еще придумаю. Знаешь что, хватит. Мне надоело, ты свою работу выполнил. Что тебе еще от меня нужно? Я хочу, чтобы ты согласилась меня выслушать. Слушаю. Ух ты, неожиданно. Сейчас я соберусь. У меня нет времени на твои сборы. Том, подожди, стой. Том. Да, я познакомился с тобой по заданию. Такая у меня работа, прости. Я и сам не думал, что по уши втрескаюсь в объект. В объект? Я не в этом смысле, конечно. То есть, ну в этом же нет ничего обидного. Ну, правда, это просто профессиональный термин. Да ну какая разница? Никакой. Привет. Привет. У тебя здесь красиво. Да, но если честно, я собираюсь все поменять. Пришло время для чего-то нового. Не поможешь с выбором дизайна? Я в этом ничего не понимаю, но, конечно, помогу. Ну, я готов. Сеанс через полчаса. Можем ехать. Это подарок тебе. Как раз может вписаться в новый интерьер. Конечно, мелочь в сравнении с тем, что ты сделал для меня, но я, когда ее увидела, поняла, что это обо мне и захотела, чтобы она была у тебя. Да, это о тебе, это точно. Спасибо. Повешу на самом видном месте. Если честно, я немного волнуюсь. Это первый раз, когда я иду на свидание после того, как... Я, если честно, тоже немного волнуюсь. Последний раз ходил на свидание много лет назад. Но ты знаешь, у меня есть какая-то уверенность, что... Сейчас все именно так, как должно быть. Ты веришь мне? Я тебе верю. Ужасно соскучилась. Привет. Здравствуйте. Кто у нас тут так вырос? Ну, а что же вы не предупредили? Ну, ничего, я быстренько сейчас что-нибудь приготовлю и позвоню Роме, чтобы он раньше с работы домой вернулся. Домой? Домой. Мы с Ромой живем вместе. Ну, как-то так получилось. Очень здорово получилось. Я очень за вас рада. Поздравляю. Ксения, а вы, значит, Вадим? Я Вадим. Очень приятно, Ксения. Алена много про вас рассказывала. Ну, добро пожаловать, Вадим. Надеюсь, что вы сделаете Алену счастливой. Он уже делает. Я вам обещаю. Ну, пойдемте в дом, будем пирог с яблоками печь, раз у нас такой праздник. Да. Пойдемте.